Если будешь искать, хоть целый год потеряв, снова не обретешь невинность. Дай мне виски. Испугался? Почему я должен испугаться? Ты раздражен. Как-то странно смотришь на меня. Я не смотрю на тебя. Это раз. И я обещал не спускать с тебя глаз. Это два. Ты говоришь неправду. Ты смотрел на меня. Чтобы защитить меня в том случае, если возникнет опасность. Чтобы защитить других от тебя. Здесь никому нельзя доверять. Я пошла. Спаси меня, если что. Брат Али? Мэрт здесь. Не смотри так, Али. Я не задержу тебя. Да нет, просто все работают. Надо было позвонить, предупредить. Может, я занят. Сколько лет назад было куплено это казино? Спроси об этом у Джингиза. Я недавно здесь стал начальником. Где-то недели две. Я слышал, что Джингиз открыл казино в 98-м. Забери пустые стаканы. Наверное, может быть. Я не знаю. То есть... Через несколько месяцев после ограбления. Пойдем-ка со мной, выпьем по чашке чая. Можно. Камиль, если что-то пойдет не так, ты знаешь, что делать. Все будет нормально. А если нет? Знаю. У Джингиза много чего есть. То есть? Его лучший друг попал в тюрьму, а он открыл казино. Правда. На какие деньги он открыл это казино? Не знаю. Может, Джингиз взял в долг? Да, наверное. Странно, да? Человеку повезло ни с того ни с сего. Что ты хочешь сказать? Джингизу улыбнулась удача после того, как мой брат попал в тюрьму. Тебе не кажется это странным? Нет. В жизни бывает всякое. Нет. Тебе тоже крупно повезло. Джингиз взял тебя к себе. Меня никто к себе не брал. Мы работаем вместе. Вместе? Да. То есть Эйшан, Али и Джингиз втроем. Что ты хочешь сказать? Я говорю, что только брата не хватает. Если бы он был с вами. Если бы. Но он не мог прийти к вам. Он стыдился. Представь, он убил человека. Все совершают ошибки.
А разве ты не задаешь себе вопросы? А что, если он не убивал? Может, это кто-то другой? А вину повесили на него? Представь, брат Али. Все совершают ошибки. Может, они тоже совершили ошибку. Оставили улику. Доказательство их вины. Может, они прячут ее где-то. Представь, что брат жив и нашел это доказательство. Страшно представить. Эти люди могут снова убить его. Посиди, посиди еще. Давай поболтаем. Нет. Знаешь, брат Али, скажи мне, брат выстрелил охраннику в спину? Нет, он не стрелял в спину. Стой, стой, подожди, Мэрт, подожди. А. Надеюсь, не помешал.